Энтони. Кто он? Не он, а они. Это рой проклятых душ. Есть и другие? Сэмюэл Эванс. Его убили в 50-е во время погрома. Уильям Белл. Его линчевали в 20-е. Но самый первый, с которого все началось, был в конце 19 века. Эту историю открыла Хелен. Его звали Дэниел Робитай. Он ездил по всей стране и за хорошие деньги писал портреты богачей. В основном белых. И они его обожали. Но ты же понимаешь, они любят нашу работу, но не нас. Как-то раз ему заказали портрет дочери чикагского фабриканта, разбогатевшего на продаже скота. И тут Робитай совершил самый страшный грех своего времени. Он влюбился. Она тоже и забеременела. Все рассказала отцу, а он, ну, как обычно, нанял людей, чтобы нашли Робитая и проявили творческую фантазию. Они загнали его прямо сюда. Он упал обессиленный на том самом месте, где потом стояли башни. Они били его, пытали. Они отрезали ему руку и в культю воткнули крюк. Намазали медом все его раны, чтобы пчелы его искусали. Собралась толпа поглядеть на развлечение. Ну и под занавес они его сожгли. Тут он, наконец, умер. Но эта история и вся его боль живут в веках. И это Кэндимэн. То есть он настоящий? Белл настоящий. Сэмюэл Шерман. Дэниел Робитай настоящие. Кэндимэн – это наш ответ тому, что происходило. И сейчас происходит. Иди выспись, парень. Утром полегчает.